Всем привет! На улице все теплее, а продукты лучше хранить в холоде. И если ваш холодильник уже не так хорошо справляется с этой задачей, самое время его обновить. Всевозможные сайты предлагают холодильники по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Один из главных параметров при выборе холодильника – его габариты. Наверняка перед покупкой вы продумываете, где холодильник будет стоять и сколько места под него получится выделить. Как правило, холодильник стоит на кухне. Площадь обычной кухни составляет от 6 до 12 квадратных метров. Стандартом для такого помещения является холодильник шириной 60 сантиметров и примерно такой же глубины. Для встраиваемых моделей стандартная глубина соответствует 55 сантиметрам. Высота – самый вариативный параметр. У отдельно стоящего холодильника она ограничена только соображениями комфорта. Человеку низкого роста пользоваться высоким холодильником будет неудобно. Существуют также уменьшенные холодильники шириной в 45 сантиметров. Они, как правило, не имеют морозильной камеры и используются там, где действительно не нашлось места для полноразмерного холодильника. Напрямую с габаритами холодильника связан такой параметр, как объем. При этом нужно помнить, что продукты должны располагаться относительно свободно, в соответствии с рекомендуемыми нормами хранения. Холодильника объемом до 250 литров хватит для 1-2 человек, до 300 литров для семьи с 3 человек, до 350 литров для семьи с 4-5 человек. На сайте Wildberries холодильник Mountfield сейчас предлагают за 17 848 рублей. Его прежняя цена – 18 400 рублей. Компактный однокамерный однодверный холодильник высотой 83 см с камерой охлаждения. Корпус шириной 47 см сделан из металла. Внутренняя часть выполнена из антибактериального белого пластика легкой очистки. Предусмотрена возможность перенавешивания двери. В холодильнике объемом 92 литра предусмотрены две полки из закаленного стекла, один выдвижной ящик, три бокового полки, лоток для яиц. Температура выставляется с помощью термостата, расположенного около камеры охлаждения. Система охлаждения Defrost. Климатический класс холодильника ST. Это указывает на то, что он выполняет свои функции при температуре окружающей среды от плюс 16 до плюс 38 градусов. Уровень шума при работе компрессора составляет всего 40 дБ. Класс энергопотребления А+. Цвет золотистый. На сайте Озон холодильник Beko сейчас предлагают со скидкой в 56% за 39 050 рублей. Двухкамерный холодильник выполнен в бежевом цвете с эффектом камня и оснащен системой No Frost, которая разделяет воздушные потоки между холодильной и морозильной камерами для лучшего охлаждения без смешивания запахов и образования льда на стенках. Технология трех цветов Harvest Fresh в холодильнике Beko продлевает срок хранения свежих фруктов и овощей и сохраняет в них полезные витамины и микроэлементы. Режим отпуск снижает потребление электричества за счет отключения охлаждения в холодильной камере, когда вы долго не пользуетесь холодильником. Три регулируемые полки из закаленного стекла, звуковое оповещение при открытой двери, перенавешиваемые двери. На сайте Яндекс.Маркет холодильник Comfy продается со скидкой в 32% за 12 990 рублей. Это компактный, но вместительный холодильник с классической компоновкой. Есть холодильное отделение и морозилка над ним. Полезный объем обоих отделений 87 литров позволяет хранить запас продуктов на 2-3 дня. Это отличный вариант для молодых людей без семьи или пар, живущих активной жизнью и проводящих дома не так много времени. Небольшие размеры холодильника делают его идеальным решением для маленьких кухонь, квартир-студий, лофтов и офисов. Управлять им легко с помощью классического поворотного регулятора в холодильном отделении. Современный дизайн и низкий расход электроэнергии делают модель еще более привлекательной. Небольшой вес, всего 24 килограмма, облегчает транспортировку. На сайте CityLink холодильник Indesit предлагают со скидкой в 22% за 27 990 рублей. Система размораживания No Frost. Общий объем камеры 220 литров. Полки выполнены из закаленного стекла. Объем морозильной камеры 78 литров, расположенный снизу. На сайте DNS холодильник TCL предлагают за 28 999 рублей. Цвет металл, автономное сохранение холода 12 часов. Общий объем 307 литров, объем морозильной камеры 72 литра. 4 полки в холодильной камере, 3 полки в морозильной. На дверце дисплея есть сигнал открытой двери. Холодильники с системой No Frost не нуждаются в размораживании морозильной камеры вообще, так как она регулярно самоочищается. Происходит это следующим образом. За счет постоянной работы вентилятора воздух в морозильной камере перемешивается, что не дает появляться зонам с большой разницей температур. Поэтому вода, содержащаяся в воздухе, оседает не где попало, а на испарителе, так как он является самым холодным местом. Периодически компрессор отключается и включается система кратковременного нагрева, мгновенно преобразующая иней в воду, которая выводит
находится за пределы морозилки специальным шлангом в отдельный сосуд, откуда потом испаряется. Существует мнение, что система No Frost сушит продукты. Действительно, поскольку продукты постоянно обдуваются холодным воздухом, это может способствовать более быстрому удалению влаги из них. Выход же элементарен. Не класть в камеру с системой No Frost, ничего не упаковав перед этим в пластиковый или бумажный пакет или иную тару. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.